70 человек покидает борт теплохода «Октябрьская революция». Я надеюсь, что дни, проведенные с нами, останутся для вас навсегда хорошими впечатлениями. Мы очень и очень старались. И уходя с нашего теплохода, я надеюсь, что вы унесете частичку наших душ. Мы все, теплоход, экипаж «Октябрьской революции», для вас эти дни работали, чтобы вам было хорошо и уютно на нашем борту. Спасибо большое за ваше настроение, за ваши улыбки, за ваше терпение, за ваше понимание. Все это было наградой за наш труд. Мы все делали, чтобы вам было хорошо. И надеемся, что вам путешествие понравилось. Всегда будем видеть рады вас на борту нашего теплохода, да и на борту всех теплоходов туристической компании «Гамма». Хочу пожелать вам мира, добра, здоровья вам и вашей семье, чтобы все, пускай у вас все будет хорошо, и чтобы, как говорил наш великий, замечательный русский писатель советский Александр Куприн, жизнь прекрасна, каждый день воскресенья, чего я вам, всем вашей жизни и желаю. Спасибо вам большое за вас, за то, что вы были с нами. Ну, и не забывайте нас.